Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман и Андрюха. Мы продолжаем играть на CCD Planet на третьем сервере. И сегодня, ребята, мы запишем для вас одну офигенную рубрику, которую придумал Андрюха. Всем привет, пацаны! Короче, вы просили меня снять, купить за 180 секунд. Получается, суть рубрики очень простая, сейчас Андрюха объяснит нам ее. Давай, короче, рассказывай. Да, ребят, собственно, выбираем рандомный этаж, выбираем рандомную тачку, и у нас есть всего 180 секунд на покупку трех машин. Все как бы, все просто. Да, ребята, еще будет некоторое нововведение, мы решили сделать так. Кто потратит меньшее количество денег на три тачки, тот, короче, получит у нас дополнительный балл, который будет в общем учете, и самое главное то, что надо будет набрать большее количество баллов и победить в этой рубрике. Все очень просто, братан. Да, 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 короче, ребят. Давай отправляемся сразу на первый этаж. Слушай, ну секундомер начинается, наверное. Да, давай. Прямо сейчас включаем секундомер или заходим? Или, да, или выходим, ну вот как только что? Зашли на парковку. Ага, давай хорошо, вот тогда получается, смотри, сейчас я включаю его. Прямо сейчас. Давай, 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 давай. Раз, три, все, погнали. Так, короче, всё, сразу полетели, смотрим, полетели. Что здесь есть, что здесь есть, что здесь есть прикольного, так, ребята. Так, так, я сразу на второй этаж, ладно, Нива какая-то, кстати, так, говорят. Второй этаж, пацаны. А, я отключил нафиг все. Так, что я нажал, что я нажал? Слушай, так. У меня 300. Есть тактика, я покупаю, братан. Я покупаю. О, я выбрал. Я покупаю первую тачку, нашел. Я хочу геттер. Так, 6300, короче, так все. Ой-ой-ой-ой-ой, фак. Короче, ребята, можно, конечно, проиграть по цене, но выиграть, братан, я выбрать 2900 крутые взял. Тачки. За 2900? Да. А что ты там взял? Я 60, да, что да, ли? Да. Короче, а, ребята, ну да, 30 секунд прошло, получается. Интересно. Вот, сейчас отправляем сразу на какой? Давай я 9. На пятый, короче. Я на девятом, короче, этаже, посмотрю, что здесь есть. Так, слива какая-то стоит. Так, это чувак, ты что, прогружайся, пожалуйста. Что взять, что взять? Так, тут получается драгстер какой-то, боже. Одни тазы, братан, ема. Что взять, пацаны? Такое себе, я не знаю, что взять. Можно, конечно, согласен. Было, но еще что прикол по времени, в том, что братан, мы не знаем. Времени? Минута прошла. Мы минута, не знаем, окей, какой окей. Чип стоит у тачки. Мы не можем его менять. То есть мы не тюнингуем тачки, мы тупо катаемся на том, что есть. Чисто по рандому, пацаны. Братан, я беру. Че? Я просру по цене, но я беру. Я тоже это. Беру. Короче, пацаны, купили, получается, вторую тачку. Я отлично. Тоже вторую взял. Ё-моё, пацаны, тут такая жесть сейчас будет. Так. И остается, получается, 1.5 минуты на последнюю тачку, братан, на да, последнюю да, тачку. Да. Так, короче, первый этаж мы сразу же отбрасываем. Ты какой? Я на шестой каком был? Этаж выбираю. Ты на пятом вроде я был, шестой. Да? Я четвертый выбрал. Да, окей. Я на... Короче, пацаны, просто я думаю, вы знаете, что я куплю, наверное, да? Тупо, так, короче, я на покупаю, наверное, вот эту, потому что она заряжена, мне по кажется, времени? Что чё ее по вложили времени, чуть бро? Побольше. Остается, получается, у нас последняя минута, я купил еще одну тачку. Дима, пацаны! BMW M8 Competition, братан! Короче, вот у меня неплохо. По ценам, неплохо. Я не знаю, там около 30 лямов на все про все вышло. А у тебя, кстати, сколько? Да ты, блин, жесткий, я последнюю тачку выбираю себе. И сколько у тебя выходит, получается, ребят? Ну, я не знаю, сейчас мы узнаем. Где-то 7 лямов, может быть, ну, выйдет. Окей, хорошо. О, я выбрал! Так, ребята, короче, Андрюха выбрал последнюю тачку, у него остается буквально да, 20 да. секундочек. Ну, в принципе, он всё, братан, успел. Я купил. Вот, сейчас мы отгоняем тачки, заправляем их, отгоняем их, получается, смотрим, что у кого, и подсчитываем цены. Погнали. Ну что же, друзья, мы заправили все наши машиночки, успели на них посмотреть. Просто у меня да, одни суперкары. Да. У Андрюхи тачки чуть попроще, но... Он, получается, забрал балл за цену, потому что у него вышло там, я не знаю, ну, до 15 миллионов. Иди нафиг, АП, да, не надо мне так. Сейчас здесь. А у меня вышло где-то, ребята, 30 лямов. Вот. То есть, ема, получается, братан, Андрюхе нормально. Один балл, у меня 0, и мы прямо сейчас отправляемся на испытание. Смотрим, кому повезло, у кого хороший чип, у кого плохой, и проходим, набираем баллы, а потом смотрим, кто же победил. Да. А, ребят, ну что же, мы приехали на наше первое испытание. Получается, у нас будет сейчас драк рейсинг. Братан, ты сейчас будешь с ним да. Я еще не там. Получается, да, вот. Не. А мы выбираем вообще давай. Рандомные тачки на испытание, чисто, ну, кому как Опа, повезет. Поехали, а, давай, получается, давай, все, братан. Отлично, он не стоял. Тогда давай, получится вставай, все. Давай тогда на счет 3. 3, 2, 1. Кому один, повезет? Гоу! Так, гоу! БМВ, ну, М8 или же Е60, пацаны? У меня дрифт-чип, у меня дрифт-чип. Так, ну, ты догоняешь меня! Я догоняю! 320! Я все, братан, 340 у меня было. 30 было. У меня да, было 340. Ну, офигеть, я выиграл, ребята. Нормально. И это первый балл в копилочку ко мне. Отлично, да. Ребята. Берем тогда другие тачки, пройдем сейчас следующее испытание. Давай пусть будет это, наверное, дерби. Вот. Да, погнали, ребят. Ну что же, друзья, следующее наше испытание. Это драг рейсинг до первого дыма. И прямо сейчас мы чиним тачки. Просто вот так вот починить, все отлично. Раз, уже, два, уже. Три. Погнали, братан, просто. Три, гоу! Братан, у тебя на чипе? Ну нахер! У меня дым, братан. Так, твою! У тебя дым?
Да, да, давай до двух побед, братан. Давай до двух побед, короче. Давай до двух побед, какая разница. Ну, в принципе, ладно, балл тебе дадим, чисто еще раз попробуем. Я тупо врезался в стену. Давай, давай, попробуем. Раз, два, три, погнали, короче. Давай, раз, два, три, го-го-го. Ну, нахер. И сейчас у меня дым с фураза. Пацаны, ну, как бы ладно. Офигеть. Считаем по первому разу. В итоге у Андрея балл, мне чуть-чуть не повезло, потому что я ударился в стену, и мне сразу же задымился ГТ-эшка наша. Ладно, у нас тогда следующее испытание — это прыжок в длину, и давай тогда выберем другие тачки. Погнали. И прыгнем. Ну что же, друзья, следующее наше уже третье испытание — прыжок в длину. Я взял Геттера, но мне оказывается очень быстро, я бы хотел пройти на нем еще и драк, но чуть попозже. И в итоге, братан, что, готов? Да, давай, отсчитываю. Раз, один, два, три. Поехали, братан, просто поехали. Так, у меня дрифт-чип, у меня 300, братан! 350 максималка. У меня тоже 300. 350. И в итоге, ребята, кто далеко? Е-май, я прыгнул. Братан, у меня 400. Я все. И ты прилетел. Почти, почти. Как тебе так повезло, братан? Такое, ты буквально, не знаю, сколько, но метров 100 здесь, да, в итоге получается? Да, 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 где-то так. Такое, ребята. Ладно, в итоге второй балл зарабатывает у нас уже Андрей. Мы сейчас достигнем как раз-таки нашего пляжа и пройдем следующее испытание на других тачках. Го! Го! Ну чё, пацаны, следующее испытание — это езда задним ходом. Братуха, ты готов? Да, сейчас давай, поедем. Короче. Раз, давай. Два, три. Поехали, братан, просто поехали. Давай, братан, давай, 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 я отрываюсь, братан. 83. Так, 85, у меня 85. Братан, любая ошибка, 85. Изи поворота, и да, все. Да, 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 до поворота едем, 88 я еду, братан, тихо, тихо, тихо. Короче, если сейчас никто ничего не помешает, вон указатель, если никто ничего не помешает, то, ребята, указатель, я выиграю, да? Да, пацаны, я выиграл. Да, ты выиграл. Отлично, ты выиграл, братан. Ребята, второй уже балл у меня. Вот. У тебя по факту за испытание тоже 2 балла, но у тебя же еще за цену третий балл, то есть ты все равно пока лидируешь. Получается, что так. И это меня не радует. Ребята, я предлагаю сейчас, знаешь что, устроить спринт-гоночку прямо давай где-нибудь отсюда, и сейчас выберем трассу. Погнали? Давай, погнали. Ну что же, друзья, у нас следующее испытание — спринт-гоночка, и прямо сейчас будем устраивать ее опять же таки, как в предыдущем ролике. Мы, получается, едем по разным дорогам или же по одним, и суть такова, что мы должны приехать первыми. Все очень просто, да, как бы. Да, до ЕКХ, ребятки, едем. Один, до третьего два, города. Три. Давай. Погнали, короче, братан. Го-го-го, братан. Так, 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 отсюда, короче, еду. Так, вот так я вот решил через город сигануть. Я тоже через город поеду. Так, так, ну, слушай, ну, у меня она вроде быстра и братан, маневренно. Я вылетел куда-то, куда улетел ты просто. Так, ребят, вроде улетел бы вот так вот мы можем проехать. Тут, по идее, тут как-то прямо. Вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, это ты тут? Так, братан, мы тут рядом, а это походу. Ты тут? Ё-моё, да, я не туда заехал! Я проехал поворот, фак! Братан, фак, я перевернулся, фак, 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 фак. Перевернулся. Ты так, перевернулся, я снова да? На колесах, я на колесах. Короче, я братан, на у меня есть шанс, наверное, да? Да, ё-моё. Есть шанс, я тут тихо, ловлю тихо, столбы, тихо, тихо, так, 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 тут, эти. Короче, вот так вот, пока! Бля, а, что ты делаешь, Василий? Ёпта! Тихо, так, тихо, тихо, короче, ну, пацаны, прямая, 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 вот прямая. Это опасно, просто прямая, да, ребят. Да. Кстати, 350, раз... 370. О, камеры, братан, я 300 да тоже сколько-то офигенно. Еду. В следующий раз мы поедем до второго города уже в следующей серии, ребята, вот, там тоже будет, наверное, прикольно. Так, да, тут да, же, да, опять братан, же, я за тобой еду. Эй-эй-эй-эй. У меня тачка да, сломалась! Опасно, опасно, F1 починить. Так, 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 так. У меня вторая плата, вторая плата, ребят. У меня тачка заглохла. Там надо было на какую-то клавишу, но я не забиндил, и поэтому, ребята, я просрал. У тебя все шансы есть, братан, я еще не вылетел. Ну, пока есть, да? Знаешь что? Да, 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 пока есть шансы взять. Пацаны! Блин, ты че там? Пацаны! Пацаны, тупо топчем! Тупо топчем! Пока! На колесах! Ты улетел, нет! Ты не улетел! Ты так, где? Братан, ты братан, где? Заходим, заходим! Я здесь, 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 здесь! Я не знаю, кто победил, да, я ребята. Взял победу, я два раза тачку ушатал, просто капец. О. Слушай, я хотел тебя ударить где-то там, когда ты был вот тут, вот где-то, вот. И я, получается, ударил тебя, но ты не отлетел, а я в итоге улетел. Амана, на мана. Но я мог победить, если бы, конечно же, притормозил заранее. В итоге, что получилось? По баллам 4-2. 4-2, да-да. И у нас остается последнее испытание. Го на него. Ребята, мы тут решили устроить такое испытание в виде круговой езды. И добрать нужно максимальную скорость. Да. У кого она больше, потому что у нас это, в принципе, быстрые тачки. Тот и победил. Угу. Давай на счет 3. 1, 2, 3. В го, итоге го, запоминаем полетели, чисто полетели. Самое последнее максимальное число. Братан, ты получается... Так, 350 так, уже так, лечу. 370. 371. Ты все, не еду больше. У тебя максималка 371? 371, да-да-да. Я офигею, ребята, я тупо офигею. В итоге
Ну, у меня 350, братан, у меня просто 370. Я вырвал. Я думал, она у меня раскроется, и я что-то, короче, подзабыл о том, что я уже достигал такой скорости. Ну, такое, ребята. Что получается? Ну, опять же, в этой серии у нас победил Андрюха, вот. Да, но серия получилась максимально интересная и эпичная. Надеюсь, нам понравилось, потому что мы, ребята, очень сильно постарались. Придумывали для вас новые и новые испытания. Пишите в комментариях, какие испытания вы бы хотели видеть в новой серии, вот. Ну, а мы с вами прощаемся. Кстати, если хотите получить вот этот вот геттер, то... Давайте просто, знаете что, ставьте лайки и пишите комментарии. Я уже в следующей серии выберу рандомным образом одного человечка. И именно перейдя по его ссылочке в комментариях на контакт, отдадим ему этот геттер. Все очень просто, ребята, вот. Ну а мы с вами прощаемся, всем удачки и всем пока. Всем пока, народ.